Просто когда я хожу к судебным приставам по вопросам доверителей, очень тяжело вытягивать деньги вот матерям от отцов, которые не отказываются платить деньги своим бывшим женам. И особенно это возникает ситуация, когда, например, приходишь, судебный пристав там с отцом переписывается по WhatsApp, ставит ему с маленькие эмодзи, и у них как бы все прекрасно, а в итоге женщина там что-то не плачет, потому что нужно какие-то алименты получать на ребенка, и в итоге все сходятся там на условно на 8000 рублей в месяц, явно меньше, чем требуется на воспитание ребенка, и ничего не движется. Александр, я вас сильно удивлю или нет, если скажу, что сейчас эта проблема формулируется абсолютно иначе. Но существует даже такое движение «Отцы России», общественное движение, которые, если честно, у меня в телеграм-канале, я вынуждена была даже закрыть комментарии, они такие агрессивные, которые требуют установить верхнюю планку алиментов. Они говорят, что вот мы сейчас, особенно айтишники, получаем большие деньги, почему я должен ей платить эти деньги, а она их не на ребенка расходует. А вдруг она сходит в салон косметический, а вдруг она себе что-то купит. И вот, когда читаешь эти вещи, они не кажутся, может быть, смешными, но, тем не менее, это действительно так. И ни в одной стране мира нет верхней планки алиментов, но, повторяю, такое очень агрессивное общественное движение.